Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Драконы Всадники Олха. Восьмой день, 250 тусклого янтаря забрал. Так, сейчас главное посмотреть по событиям, что у нас. Ага, один день, 23 часа. Доступно событие у нас тут, выживание. Оно коротенькое, и, наверное, я как раз-то с него и начну. Так, ну, вначале здесь позабираем. Блин, какой нафиг, я хотел, чтобы он полетел на сборы. Так, древоруб за древесиной. Этот у нас получает 111 уровень, нужно его прокачивать до 112-го. Пока, как ты видишь, у нас не хватает столько рыбы. Рыбы нужно просто тонны. Так, что нам тут? Дерево. А нужно мне вот эта вот статуэточка, а не дерево, кстати. Ладно, будем отправлять опять нашего беззубика. И ничего ты с этим не поделаешь. Он должен нам искать. Он обязан, ты понимаешь, нам искать вот эти вот статуэтки. Так что пускай летит и находит. Так, здесь отказываемся от выгодного предложения. Обмен на древесину. Так, пускай летит костолом наш. Что у нас дальше? Так, здесь мы железо получили. Здесь древесину. Пока все оки. Так, летите, пташки мои. Тут дерево. Раз. Рыбка 2. Рыбка 3. Дальше. Где там у меня орлики? Так, вот он. Посмотрим, что у нас здесь. Ну, что-то не дашь? Ну, конечно же, по минималке. 3 железа. Давай, приручение бесплатное. Так, красавчики тут мои. Полетел, да? Прокачиваться. Тогда и ты тоже лети. И, наверное, тебя тоже мы отправим на прокачку. Ага, не хватает. Не хватает нам чуть-чуть ресурсов. Сезонный абонемент. Ага, через 5 дней и 8 часов у нас закончится, ребята. Ну, вряд ли я смогу накопить 8 тысяч. Даже 7 тысяч, вряд ли. Поэтому, ребят, я делаю следующим образом. Поехали. Сезонные награды, смотрим. Так, рыба, дерево, янтарь, руны. Так, отказываемся. Значит, руны, да? 150, ну, в принципе, ребят, неплохо тоже. Покупаем следующий пак и смотрим, что нам тут выпадет. Тоже руны, но уже 100 штук. Так, следующая, последняя, по-моему, да, у нас? А нет, еще одна будет. Еще один пак мы возьмем. 20 и 100, 120 рун. Ну и в конце концов последний пак. Так, оп, и честь Тора. Ну давай вот туда его больше некуда, вот сюда. Его просто там не видно нифига. Честь Тора. Его прикрывает какая-то там фигня. Так, ну что, давай здесь тогда еще заберем. Выполнены наши задания. Давай. Так, наградочку мы заберем сейчас. Угу. Так, и у нас еще 250. Ну, они особой роли тут уже, ребят, не сыграют. Грамгильда, ну что ты мне тут принесешь? Яйцо. Понятное дело, тебе не жалко. Это яйцо-то фуфловенькое, поэтому спокойненько мне его отдает. Кривоклык. Тусклый янтарь, да? Окей. Давай крутить. И нам выпадают руны. 10 штучек всего лишь.
Так, давай-ка мы, наверное... Нет, мы отправляем его в приключение. Сморкало пускай летит. Обучите Ципу. Ну и сарделька полетит у меня. Куда полетит-то она? В гнездо. Все, ребят, вроде бы здесь со всеми разобрались. Давай открывать пак. Монеты Удина. Громобой, кревет, шепот смерти. Ну и немножко тут ресурсов. Здесь отказываемся. Отказываемся. И давай-ка наших легенд проверим. Печатка какая-то с тусклым янтарем. Пускай идет, рыскает дальше. Ага. Тоже пускай идет, дальше рыскает. Допустим. Что нам дальше? Тут, ага, Буйволорд у нас не при деле был. Так, обмен. Тусклый интерь заберем, да? Блестящий. И поставим, наверное, следующий на активацию. Так, и у нас пак, друзья мои. Да-да-да, эпический пак созрел. Шторморез, Костолом, Громобой, Дымодышащий, Алая Плеть, Громль, Клыкокрив, Кривоклык, блин, Роза Ветров и Тройной Удар Чемпион. Слушай, ну неплохой, да, ребят? Пак эпический, дает нормальные карты. Ну что, у нас выживание, сейчас пойдем. Сейчас пойдем выживать. Эх, сколько тут? 250 рун, кстати. Мы еще получим, и у нас будет 8500 рун. То есть еще 500, и мы с тобой сможем купить наездника. Но это пока в мечтах. Так, ребята, 6 волн. Все уже прекрасно знают, как мы обычно здесь деремся. Кто-то мне в комментариях про Барсика сказал, что Рэй, зачем ты используешь Барсика, если у него нет нормальных атак. У него, ребят, нет нормальных атак, но у него есть двойная атака. В принципе, только ради этого я беру. И еще не забывай, что он по уровню все-таки, ребят, неплох. Так, ну здесь повторение, да? Повторение мать учения, поэтому музыка куда-то исчезла. Я имею в виду ударов, музыка ударов. Звуки ударов, даже так сказать можно. Этого щелкнули. Так, ну что-то Костолом. Тут, по-моему, если не ошибаюсь, 4 всего лишь битвы будет у нас в этой... в этом событии. То есть, как бы 6 волн, но 4 захода будет. Пока их тут 3. Удивляться нечему. Точнее, их тут 2. Но уже с 4 волны их будет 3. То есть компания у них тут увеличится. И вот на кого увеличится, самое главное. Какого персонажа дадут нам в противовес. Так, Костолом, успокойся. Не рыпайся. Барсик, добей его. Красавчик. А, добавляется здесь водорез. Не могу сказать, что это самый такой плохой вариант. Ну и мало хорошего-то здесь, конечно. Естественно, в первую очередь, шепота смерти надо уничтожать. Тут даже не обсуждается. Это, ребята, даже не обсуждается. Иначе он шваркнет нас. Потом можно, в принципе, брать водореза. Несмотря на то, что, конечно, у Костолома усиленная атака. Надо нам бомбить, ребята, именно Костолома. Так, ну что, предпоследняя остается тут волна. Само собой, начинаем. С шепота. Так, выживаем. Этот сейчас будет кусать, а может быть даже усиливаться, посмотрим. Усиливается все-таки, да? Все-таки решил он усилиться. Здесь бомбанем. И та же самая схема. Начинаем с водореза. Блин, это сейчас шваркнет, наверное. Ага. Почему-то он побежал именно на Кривоклыка. Я не знаю, что его туда сподвигло. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что ж ты делаешь? Я думал, что мы, ребята, водореза сможем добить. Но, видишь, не получилось. А этот еще усиленный.
Ну куда же он еще может бомбить? Конечно, там, где похалявнее. Что, придется делать вот так. Я не хочу, чтобы у меня погибал мой бро. Добивка. Последняя волна. Так, подожди, кто там? Ага, все нормально. Раз, два. Лечимся. Конечно, здоровье не полностью восстановили. Но если они сейчас переключатся на других кого-нибудь. Конечно. На других кого-нибудь. Прям бегут. И бьют. Но все равно шепот в приоритете. Уж извините, никуда он, ребята, не должен от нас деться. Его надо пробить. Истребить. Угу. Ты посмотри, какой я не могу, я уже бью, и ничего с ним не происходит. Я даже боюсь, что его сейчас водорез может уничтожить. Промахнулся. Ну что, Костолом, я вижу, да, ты усиленный. Я не удивлен этому нисколечко. Вот именно этому я нисколечко не удивлен, друзья, что он меня забомбил кривоклыка. Сам-то он кто? Труп на своих ножках костяных. Все, ребята, удачно прошло. Ну, крутим колесо и смотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам плод мудрости. Вот это я понимаю, вот это хорошо. Так, сколько у нас? Забираем с тобой пак. Тут поединок и туда. Тут даже не 4, ребята, а 3 поединка всего лишь. Содержит элитных шторморез, шипорез, душитель, кревет, громобой и змеевик вместе с клыкокривом. Ну что же, погнали. 2 светлых янтаря плюс 250 рун. Ну, я как бы считаю, ребята, это норм. Правда, музыка вообще полностью исчезла. Там дышащий плюс... сородич шепота. На этот раз музыка вообще вся исчезла, да? Даже звуки пропали. Ладно, нам не привыкать. Но вот это тоже гаденыш еще тот. Он же понижает у нас броню, насколько я помню. Он делает свой плевок, и броня на наших персонажах падает. Причем очень хорошо падает. Ну давай там что-то дергаешься, дергается он мне здесь. Раз, два. Хиляться, я думаю, не стоит. Потому что, ну, здоровье практически у всех целое. На своем маленьком уровне они нам особых повреждений не наносят. Бомбануть, что ли, ему разочек? Давай, ладно, сделаем. И добиваем. Третья волна. На четвертой, ну, понятное дело, ребят, кто-то опять же добавится. Это, как говорится, не исключено. Ну что ты там прыгаешь? Так, вот этого в расход. И сейчас будем заниматься дымодышащим. Солидно. Так, вот это плохо, ребята. Это истинный шепот смерти. Оригинальный. Надо будет тогда с него начинать. Наверное, даже вот так еще сделать. Чтобы как можно больше нанести ему урона. Слава богу, это еще пока не последняя волна. Но, тем не менее, в предыдущих то же самое будет твориться. Эта колода уже устаканившаяся. Никаких измен не будет. Будет только повышение уровня и... Давай, наверное, так сделаем. Будет повышение уровня и, соответственно, увеличенный будет дамаг. Давай, кого? Ну, понятное дело. Как всегда, вот они, ребят, как и в черепашках, говорю вам. Вот у кого меньше всего здоровья, того они и будут колбасить. Но бывает исключение. Ну, давай шваркнем. Предпоследняя волна. Сюда, что ли, бомбить будешь, да? Извините, друзья, но надо сделать обязательно отхил. Сейчас вот этого будем раскрамсывать. Хотя, слушай, на четырех... Слава богу, он промахнулся. На четырех энергиях это тоже делает такую пакость, что мама не горюй. Помнишь, да? Он делает... Если я не ошибаюсь, он делает
Короче, затуманивание мозгов, да, гипноз, и они просто уходят из-под моего контроля, они сами по себе становятся. То есть могут ходить, а могут хиляться, могут все, что хочешь, но только не то, что хочу я. Так, ну что, фулл ХП, это на предпоследней-то волне, я считаю, что это нормально, ребят. Ну давай, сейчас мы этим доразберемся и перейдем на последнюю волну. Ну давай, пшикай. Вот, а вот она, ребята, последняя, 17, 18 и 19 уровень. Причем у шепота, главное, 17 уровень. Я не знаю, почему ему такой маленький дали, почему его так обделили. Но, с другой стороны, это нам идет в плюс, потому что, ну, он практически как и мы, да? У нас даже есть некоторые слабее, например, вот Барсик 16 уровня. Так что он делает? Просто бомбит. Раз, два. Блин, а если... Давай, наверное, просто укушу. А вот это сейчас может сделать, ребята, суперудар. Вот про этот тебе я и говорил, видишь, массовый гипноз. И вот что сейчас, как это все выйдет, ребята, боком нам, скорее всего. Слушай, я не ожидал, друзья мои, что у меня шторморез сделает огненный плевок. То есть огненный плевок, соответственно, с отхилом. Это круто. А что у нас такая атака маленькая? Понижение. Понижение атаки стоит. Ну, чем бомбим, такая слабость. Ну и все, и в принципе этому мы делаем... Да офигеть, как мы мало бомбим. Просто ужас. Так, ребята, крутим очередное колесо. Нам достается... плод мудрости, спасибо. И вот у нас наградушка. То есть два светлых янтаря. Мы их забираем. И 250 рун. То есть получается... 8631 руна. А что это за пак такой редкий? Ну, это не ареновский, по-моему, да? Это редкий пак с каким-то там драконом. Так, 13-14 уровень. Ну, всегда у них так начинается, ребята, да? На расслабоне, на чили. Вон он этот, кстати, вот он маленький костолом. Вон там он прыгает. Болеет, видимо, за своего дядьку, или кто он ему там приходится, я не знаю, на этой арене. А это вот что за интересный такой за дракон наверху вот здесь? Вот, похож, знаешь, кого похож? Из Star Conquest на Грифона. Чем-то смахивает. Блин, страж, это же, ребята, страж. Давай тогда займемся этим. Со стражами будем разбираться в самую последнюю очередь. И все только лишь из-за того, что их, блин, замучишься пробивать. Так, сделали дело. Сразу ослабление брони. И начинаем его на ослабленной броне, ребята, уже, как говорится, проворачивать. Найс. Третья волна. Тот же самый абсолютно порядок. Кусаем, бомбим, как говорится, со всех зубов. Укусил мне кривоклык, ты посмотри на него, а? Так, там уклоняшка сработала, добиваем здесь и поехал уже, как говорится, бронебой. На сломанной броне, ребят, мы ему, естественно, именно нашим кривоклыком наносим максимальный урон. И здесь у них проявляется уже, как ты видишь, тройной удар. Слушай, а почему я бью костолома? Мне надо на самом деле тройной удар бомбить. Костолом-то еще подождет, а вот этот вот охламон совсем ждать не будет. Так, фаербол, наверное, сейчас запустит. Как же без него-то? Ё-моё. Барсик, 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 у тебя очень мало ХП. Замечательно, восстановили ему здоровьице. Сейчас сделаем. Блин, тратить, что ли? Ну, придется, наверное, потратить. Иначе бы он не дожил у нас. Этот бы заплевал бы своими фаерболами. Он сейчас так и будет. О, он решил сделать хил.
Ну, как по мне, это самый беспонт. Так, ребята, предпоследняя волна, пятая. Давай, наверное, лучше сделаю дебаф на него. Потому что здоровье полностью и как бы... Хиляться сейчас вот вообще не было бы смысла. Блин, этот кусает, этот сразу фаербол запускает следом, блин. И у Барсика, как ты видишь, всегда здоровье, ребят, сразу становится мало. Эх, я даже не знаю. Слушай, пока ничего не буду делать. У них нет, ребята, много энергии, поэтому Барсик, я думаю, что... Получается, раз-два, да? Я еще успею хильнуть его. Но вот сейчас будет самое противное. Они вдвоем ходят. Этот сделает укус. Тогда живем, ребята, тогда живем. Потому что я думал, что будет фаербол. Он как бы, в принципе, и был фаербол, но... Оу, щит. Блин. И ладно. От безвыходности. Мне просто пришлось, ребята, так сделать от безвыходности. Я думал, что у меня энергии накопится, но нет. Не тут-то было. А это у нас последний же бой, да? Последний поединок. И вот она, последняя волна. Ё-моё, нифига. А почему они поменяли его? А? Друзья, я так не играю. Они поставили самого... Этот будет чувак помощнее, чем тройной удар. Именно если он еще сделает на себя каст, бафнется, то... Это фаербол полетит сейчас. Так вот постоянно. Что ж, придется... Ой-ой-ой-ой, зачем? Блин. Ладно. Нерационально я трачу, конечно, свои вот эти вот бонусы. Ну, это просто ударит. У него энергии не хватает для суперудара. Раз-два. Хиляемся. Делаем укус. Со следующей ходки мы уничтожаем Костолома и уже беремся за Громли. А тут лучше, ребят, конечно же, его задебафить. И уже под сломанной броней, конечно, ломать его. Но он тоже будет сопротивляться, соответственно, фаерболы, хиляться. Ну и тому подобное. Так. И пробили. Все, друзья, событие пройдено. А мы крутим колесо очередное. Выпадает нам здесь рыба. И дайте мне, пожалуйста, мою награду. Я просто хочу глянуть, что это за пак. Забрать. Он на почту полетит? На почту. А ну-ка. Ага, редкий. Ох, ничего себе. Блин, ты вот это на... Кораблекрушитель, он у нас, по-моему, ребята, да, есть кораблекрушитель, по-моему, даже не один. В ангаре. Да, отправить в ангар. Слушай, у нас... Мы приобретаем с вами... Ищейку. Да, ребята, его еще вывезти? Нет, он вывелся сразу же. Разместить. А, ну все, принять. 200 рун дали. Что ж, привет тебе, мистер Тройной Удар. Ты наверняка полон сюрпризов. Дагур любит сюрпризы. Улучшите мой дом. 1500 железа ему нужно. Прикинь, блин. Чтобы разместить ищейку на насесте, 1500 железа он требует, а? Буржуй несчастный. Ну, что, ребята, буду размещать. Надо только накопить столько, 1500... Железо, это тоже, как говорится. Блин, а почему ты у меня прохлаждаешься, а? Он же у нас круто приносит, ребята, древесину. Это же принцесса огня. А, это яркий ужас. Пускай несет мне древесину. В конце-то концов. Так, ну а у нас, ребята, пока вроде бы все. Событий больше нету. Здесь еще пока есть паки, поэтому я на арену не пойду.
И вроде бы как больше нам делать нечего, да? Ну что же, друзья, тогда на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.